Привет-привет! У меня сегодня для вас сюрприз. Шоколадные яйца Барбоскины. Привет! И у меня тоже для вас есть сюрприз. Девочки начинают первыми. Мы открываем шоколадные яйца Барбоскины. Нам попался зайка. Любимая игрушка малыша. Уже вторая игрушка. Помните, в прошлом видео нам тоже попался такой же зайка. Может быть, в этот раз мне попадется сам малыш. Попался деда. Дедушка Барбоскиных нам попался. У меня осталось последнее шоколадное яйцо Барбоскины. Давайте посмотрим, что же в нем. Я надеюсь, все-таки там малыш. Или, может быть, Лиза. У нас нет Лизы. Может быть, там Лиза? Или дружок? Давайте быстрее откроем. Нам попалась мама Барбоскина. Она у нас уже попадалась в другом видео. Сегодня у нас мама, дедушка и зайка. У меня сегодня Дисней самолеты. Ребята, вы любите самолетики? Я очень. Хоть и ни разу не катался на настоящем самолете. Не летал. Но ничего, все еще впереди. А пока откроем наши шоколадные яйца и посмотрим, какие самолетики попались нам внутри. Какая интересная голубая капсула. Откроем второй с красным изображением на этикетке. А я уже вижу, что нам попалось. Вот такой синий, красивый самолетик. У него крутится пропеллер. Но шасси не крутится. Зато какой он красивый. Ребята, если вам понравилось с нами открывать шоколадные яйца и киндер-сюрпризы, то подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки и ждите новых видео. Пока-пока! Пока-пока!